Нам выдали форму, она называется самбовка. Эти ребята еще и в школу не ходят, а уже начинают разбираться в тонкостях борьбы самбо. Я уже умею броски делать и подножку. Школа для юных самбистов в детском саду «Ладушки» только открылась, а ребята уже показывают свои первые результаты. Кувырок назад, самостраховка, а кое-кто даже знает, как уложить соперника на ковер. Эти ребята – участники пилотного проекта, запущенного некоммерческой организацией «Дрозд Балакова», которая в этом году отмечает 20-летие, совместно со спортшколой «Олимпик». И важность этого начинания сложно переоценить. Спасибо вам за тот вклад, который вы делаете в развитие физической культуры спорта, уже начиная вот с дошкольного возраста на территории нашего района. И мы уверены, что такие группы мы будем открывать и в других детских садах. Изучать приемы самбо будут около 30 воспитанников самой старшей группы в детском саду номер 22. Тренером юных спортсменов назначили Наталью Красовскую, которая как раз и специализируется на занятиях с самыми маленькими борцами. Ребята ее слушают и старательно выполняют все задания. И даже те, кто далек от спорта, с удовольствием приходят на тренировки. Наша дочь, в общем-то, творческий человек, порисовать больше любит. А так есть возможность еще и выплеснуть свою энергию. Родители довольны, что в детском саду детей не только к школе готовят, но и помогают им развиваться физически, тренировать выносливость и силу воли. Самбо – это универсальный вид спорта. Он подходит и для мальчиков, и для девочек. Даже если кто-то не станет чемпионом, я хочу вас заверить, что занятие спортом вам очень сильно в жизни пригодится. Занятие спортом – это не только развитие физическое, но и духовное. За тренировками юных борцов будет наблюдать их новый друг Мишка, который является официальным символом самбо в России. Чтобы вам сопутствовала всегда удача и движение было только вперед, мы подарим вам талисмана. Вот этого Мишку, который тоже будет вашим талисманом в ваших занятиях и в дальнейших ваших спортивных соревнованиях. По соседству с детским садом – спортшкола «Олимпик». И многие участники пилотного проекта уже планируют после выпуска из дошкольного учреждения продолжить заниматься борьбой в спортивной секции. Такова цель этого начинания – вовлечь ребят в спорт. И детсадовская школа самбо станет первой ступенью на пути к пьедесталу.